Всем привет, привет, привет! А я снова вот с выгулом бусиков. У нас сегодня прохладно, 14 градусов, но интернет меня немножко, как это сказать, плохо информировал. Я думала здесь гораздо прохладнее, поэтому оделась вот так совсем, совсем тепло, прям сапогами. Но, правда, платье у меня сегодня хорошо, хорошо выше колен. И даже надела вот такой платочек. Ну, сейчас я буду его снимать и буду показывать вам, чего я сегодня здесь такого выгуливаю. А выгуливаю я сегодня вторую часть бус, которая называется «Синее-синее небо». Почему в этот раз небо? Ну, потому что здесь вот такие маленькие-маленькие звездочки на голубом небе. В общем, вот так. Вот так сегодня я выгуливаюсь. Надеюсь, серьги те же самые. Вот. Бусики. Бусики вот так они смотрятся. В сочетании с моим голубым платком вообще просто замечательно. Вот. Ну, а я тут это, любимый мой дворик, ты очень мне дорог. Ну, вот мой любимый дворик. Здесь я в этом дворике, мне здесь очень нравится. Ну, и кроме того, здесь довольно ветрено, поэтому я спряталась, так сказать, в тень. Ну, вот так у нас здесь сегодня. Я немножко спала плохо. Ну вот. Волосы мои сегодня вот такие прям совсем никакие. Ну, в принципе, можно пережить. Они у меня живут своей собственной жизнью. Вот один раз после мытья головы они вот такие кудрявые-кудрявые. Один раз после мытья головы они вот такие. Третий раз они совсем одуванистые. Ну, вот. Ну, в общем, сначала я обращала внимание, переживала, а сейчас думаю, ладно уж, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Ну, как-то ж мы раньше уживались вместе, я думаю, уживемся и дальше. Ну, вот у нас уже совсем осень. В общем, вот так. Ветер восточный, поэтому не такой уж он и холодный. Это у нас западный ветер холодный или северо-западный, а восточный ветер просто прекрасный. Вот, ну все. Показала я вам свои бусы, рассказала я вам о своих волосах. Ну все. Всем хорошего дня, всем всего самого-самого наилучшего. И пока-пока-пока-пока. И огромное спасибо за подписки.